Болтфаза. Так ты думал, что так все и было, да? Неужели ты действительно подумал, что то одно повторение, одна победа, один удар? Ты думаешь, это сделало его великим? Попытка. Всего одна победная попытка и все, да? А когда тебе покажется, что это конец, я скажу тебе, что все только начинается. Это искусство. Искусство, в котором ты заново создаешь себя. Пришло время узнать, на что ты способен. Пришло время испытать свое тело, свою волю, крепость своего духа. Заново взглянуть на свои пределы. Твоя работа должна быть беспрерывной. Никаких выходных, никаких праздников, никаких дней рождений. Забудь об этом. В конце каждого дня ты должен быть еле жив. Ты будешь истекать потом, ты будешь с трудом контролировать свое дыхание, будешь орать от боли. В этот момент в голове у тебя будет лишь одна мысль – остановиться, бросить все, сдаться. Неважно где, но ты должен найти силы на еще одно повторение. Ты должен пробежать еще один круг, ты должен сделать еще один удар. Никакого отдыха, пока цель не будет достигнута. Это проигрыш. Это не обязательно должен быть твой крах. Вставай. Это пустое место. Ты слабак. Ни на что не способен. Нет, страх не станет снова на моем пути. Не бывать этому. За твоими страхами стоит человек, которым ты хочешь быть. Любой страх — это лишь продукт твоего воображения, его не существует. Ты его создал, поэтому тебе его и уничтожать. Прими вызов своих страхов и стань человеком, которым ты хочешь быть. Только в борьбе с ними ты сможешь обрести истинную свободу. Не позволяй игре диктовать тебе правила, сам решай, как тебе жить. Все когда-то проигрывают. Все падают. А встают? Встают уже далеко не все. Ничего не должен этим людям. Ты дал им все, что мог. Нет, пока не все. Я должен стать достаточно сильным, чтобы победить его. Я должен посвятить всего себя этому. Никто не будет в силах меня остановить. Я стану другим. Мне не будет равных. Иди за своей целью, отдай все свои силы. Если ты потерпишь поражение, ты хотя бы пытался. Я не справился. Эта фраза в 10 раз сильнее, чем фраза «А что если?». Ведь те, которые так говорят, они даже и не пытаются. Ты бьешься о стену, у тебя ничего не выходит. Ты хочешь понять, почему? А дело все в том, что для того, чтобы хоть что-то реализовать, ты должен для начала сам поверить в это. Мой выбор – это восхождение, не падение. Мой выбор – это жизнь, не смерть. Сегодня будет этот день, не завтра, не на следующей неделе. Сейчас, в эту самую минуту, вера в свои силы изменит мой мир. Я никогда не сдамся, я не сдамся, пока не буду уверен, что положил на алтарь победы все, что только мог. Мой выбор – это борьба в ответ.